Мастер компании «Е-Фитко» состоит в Союзе художников декоративно-прикладного искусства России. На рынке ювелирной индустрии он работает только 3 года. Но за этот короткий срок авторские изделия сочинского ювелира были оценены по достоинству ведущими мировыми экспертами в Германии и Швейцарии. А на выставке в Санкт-Петербурге его коллекция завоевала 2-е место в ювелирном эксперименте. Это необычные красоты кольца бабочки из золота, россыпи бриллиантов и титана, а также кольцо «Платиновый слон». Эксклюзивные изделия выполнены по эскизу супруги мастера. Это последний писк ювелирной моды, работа с титаном. Очень сложная работа, выполняется только вручную. Мы работаем с клиентами индивидуально и воплощаем их мечту в жизнь, делаем эксклюзивные для них изделия, которые они могут прийти, заказать. Мастер-ювелир работает с белым и желтым золотом, 750-й пробы, платиной, титаном и серебром. Готов воплотить в жизнь самые разнообразные задумки клиента и сделать уникальные украшения на вкус заказчика. Познакомиться с продукцией компании «Е-Фитко» можно, посетив стенд на выставке или по телефонам 8 988 237 42 45 и 8 918 100 ровно 24 62.